בגטו של הכפר וישניבה שהו כ-2,000 יהודים. הם רוכזו באזור מסוים של היישוב, שבו נולדו וחיו במשך דורות. Хорошо. Все. Вот отсюда. Отсюда хорошо. Вы все видели? Да, все видно отсюда. И вот здесь колодец был возле дома самого. И мы за колодец прятались, когда немцы стреляли. Пули летели сюда к нам. Это было в воскресенье, в августе месяце. Было там поле убрано, а было гетто загорожено. Это улица, вся Крёвская улица называлась тогда. В этой Крёвской улице были все гетто было. Всех евреев были согнавши сюда. Вон, видите, домики. Сюда ближе немножко, правее. И тогда это воскресенье, когда немцы уже стали гетто выгонять, и еще от нас было видно. Здесь было гетто, забором кругом, и по улице были ворота. Этих ворота открывают, и их выгоняют вот в это место. Вот. Выгоняют и говорят им, садись. Они все садятся. И стоят полицаи и немцы с оружием вокруг. И поднимают партию, а остальные сидят и ведут туда в дом. Вот это место? Да. Где стоял дом? Да, это место. А там сарай. Где корова, там сарай. И были здесь люди, стреляли, и там их стреляли. Здесь стоит дата 30 августа 42 года. Как вам удалось восстановить, что произошло в этот августовский день? Вишнева оказалась действительно загадкой, потому что, с одной стороны, на памятнике написано 2000 человек расстреляно, с другой стороны, у меня это сразу вызвало удивление, потому что я знаю размеры обычного сельского дома. И предположить, что в один дом, если даже учесть хозяйственные постройки, поместилось 2000 человек, это просто физически невозможно. И только когда появился живой свидетель того, что здесь происходило, стало понятно, что же на самом деле здесь произошло. Когда началась акция расстрела, люди поняли, что происходит, и стали разбегаться. Мы видим здесь вокруг маленькие деревни, хутора. Люди пытались найти убежище. Покажите, куда? Да, в ту сторону. В эту сторону? В сторону. Люди оттуда поднимаются, где были посажены, поднимаются в ту сторону, бегают. Полицаи от той деревни стали так, и отсюда стали так, и оттуда пулемет, вон с того дома, там сарай был, старая, пулемет. И вот когда стали люди бегать, они по их стреляли, и все на этом поле падали. Когда кончили расстрел, немцы сожгли дом со всеми людьми внутри? Да, да, сожгли. Сарай тоже полностью, сарай там людей нагнали, и потом бензином облили, тоже сожгли. И сарай, и дом сожгли. Там были еще живые люди, вы слышали крики? Да, были еще живые. Сколько длился пожар? Пожар длился, ну, недолго там, ну, может, пару часов так горело, а оно и на завтра, и на послезавтра, дней несколько все это... Кости тлели, все дымилось, и запах был неприятный такой. То есть фактически получается, что место уничтожения евреев Вишнева начинается здесь и продолжается дальше на необозначенном месте, то есть где уже, собственно говоря, живут люди. И тогда логическая цифра сходится. Да, тогда становится понятно. Еврейская Вишнева перестала существовать. Да, это был последний день существования еврейской общины Вишнева.
В этой акции расстрела погибла и семья Шимона Переса.